Да, мы уже в эфире. Да, сейчас будет. Реклама пошла. Да, ёперный. Давай, включай. Ну подрубай музон. Ну только что слушали нормальную, ёперный театр. Ай, задок уберёт. Да, между прочим, это вот, это наш главный техник. Нет, это один главный техник. Ты главный техник. Объясни нам, главный техник, почему все пытаются спиздить друг друга с Steam сейчас. Ты виноват? Да? Сука. Сука, пёс. Смотри, вот и первая игра наша, какая будет. Судек против Vegas Squadron. Не факт? Я не знаю. И я не знаю. Сейчас узнаем. Короче, походу вот так лучше снимать, да? Да. Это вот, короче, мы типа в аналитике, только наоборот. Аналитика наоборот, и мои ботинки. Аналитика наоборот? Ну, типа понял, то есть, как бы, все-то видят аналитику, но на самом деле сзади аналитики происходит такое. На самом деле говоря, почему-то темно и некому включить свет. Тут нет выключателя, и мы не знаем, как включить свет в любом случае. Да. Привет из города Рыбинска. Здорово, Рыбинск! О, смотри, у нас есть бунтихундер. Он такой офигенный. Короче, я куплю по-любому баунти хунтеров. И не только. Боже, какой Рёнли топовый. Кто-то, короче, какой-то ханжа, не помню, какой говорил. Такие говёные, типа, эти демихирус просто офигительные. Нереально топовые. Я куплю и буду разыгрывать по-любому, когда приеду. Да даже, наверное, никогда приеду, а так. Нам вроде разрешили разыгрывать. Правильно же я помню все, да? Все как, такой офигенный, блядь, сикер. Топчанский. Да, по 30 баксов, между прочим. Вилла, ты реально не слышно. Слышишь? Сука. Сука. Где Виллат? Виллат? Скоро будет. Они вернулись? Да, вроде вернулись. Я сломал блудсикера. Сейчас починю. Сейчас починю. Починил. Вот, ладно, пойдем. Пойдем на экскурсию. Сейчас. Иван, как дела? Почему не спишь, Иван, спрашиваются. О, хорошо. Давай. Мне плохо. Ты мне снизу очень... или сверху? Я снизу. Любишь снизу? Ну, как бы обычно приходится просто. Не то, чтобы меня спрашивали хоть когда-то. Ну, обычно ладно. Я пьян. Понял, ладно. Все дерьмо. Все дерьмо. Игорь, как дела? Где наш... Смотрите, вот спойлер. Оп, интервью, оп, нет спойлера. Это где наш фильм? Монтаж идет? Ну, признайся, честно, идет монтаж? Нет. Ну, начни хотя бы его. Реально, мы старались. Ребята вот оценивают, они говорят, нужен фильм. У меня есть еще одно интервью. Еще одно интервью? Давай, подрубай. Ребят, хотите интервью с... С кем? Густавом. С Густавом? Ребят, хотите интервью с Густавом? А, микрофон не закрывает. Где тут микрофон? Мамка ваша микрофон? Микрофон. А где тут микрофон на этом телефоне? Мамка ваша. Микрофон, по идее, где-то здесь. А, чтобы там оглохли, сука. Глухие подписчики. Не, ну так, кстати, тебе надо тогда сурдоперевод, короче, вниз квадратик, там подруга. Бля, пойдем замутим, чтобы нам свет включили. Давай, смотри, мы сейчас узнаем, как называется наше место. Называется русскоязычный Russian Production Room. Каскад 1B. Каскад 1B, получается, да? Пойдем. Чего подошли? Они типа экраны доставили. А, специально потушили? Ну ладно. Ладно, тогда. Пойдем куда-нибудь прогуляемся. Дред пошел переодеваться, на самом деле. Смотрите, короче, мы внутри интернейшнла находимся.
Это здесь какой-то продукшн. Каскад Ballroom C. Значит, очень много продакшна, очень много мониторов, и все вроде работают. И вот человек, который похож на Гейба, но это не Гейб. Вот здесь Цеберг, мы вдалеке стоит. Да, мы все знаем, что Львов в Украине, братан. Блин, офигенный вопрос. Это Кыргызстан? Да, это он. Это реально интернешнл в Кыргызстане. Где мы в Тенге? Тенге? Пойдем, Иван, прогуляемся. Не? Куда-нибудь. Можно музыку включать. Тут можно все. Это же Кыргызстан. Так, геолокация. Смотри, короче, мы идем, видим Сайбергмета, который трут с Ice Frog. Это вот Ice Frog. Вот он, Ice Frog. Hey, hey, Ice Frog. Hey, hello, Ice Frog. Hello. He is Ice Frog. No, it's him. А, возможно, два человека на самом деле Ice Frog. Мы пока еще не поняли. Ты Ice Frog? Нет, ты не Ice Frog. Это вот Инеска. Инеска, дашь интервью? Айсфрогу, вот на айсфрог. Финеска тоже нас кинула. Короче, смотри, тут девайсы игроков. И вот я подумал, что будет. О, ты понял, они реально закрыты на замочек. Но если мы будем уметь взламывать замочек. Но мы не умеем взламывать замочек. Пока не умеем, но у нас времени-то много. Короче, знаешь, что нам нужно сделать? Нам нужно спуститься вниз, так. Чтобы люди осознали, Иван, осознали, угу. Насколько большой на самом деле здесь отель. Вниз туда. Там тоже Wi-Fi. Это туда. Там тоже Wi-Fi работает, Иван. Не волнуйся! Чувак, ошибку совершает, убивает меня сначала.